Вы можете использовать компонент «вырез пластины» для усечения пластин, например, косынок, ребристых пластин и так далее. Существуют различные методы вырезания. Плоскость. Вырезание выполняется на поверхности, ближайшей к пластине ориентиру. Поверхность. Вырезаются только пересекающиеся части пластин. Ограничительная рамка. Самый внешний размер, состоящий из ширины и высоты, вырезается из пластины в виде прямоугольника. Выпуклая оболочка. Внешняя оболочка сечения используется для вырезания пластины. Если в угловых узлах сечения имеются закругления, то разрез адаптируется к ним.